Приветствую всех любителей Battlefield'а. И на ваших экранах не миссия, блять, из Call of Duty. Какого-то там Murder Warcraft, что ли? Второй, третий, блять. Кто его знает, блять? Чё ты там пиздишь? Какой ты ёбаный школьник зашел уже в чат, чё-то нахуй идите все. Я тут записывал для моих подписчиков видос по четвертому Battlefield'у, блять. И тут у нас операция в заперти, но это аналог блядского метро. Ну, чтоб раскачаться здесь, самый раз, блядь. Нихуя тут морозит, уже хули такое все белое. Ну, конечно, я графику понизил, чтоб нормально фрапсилось все, блядь. А то, блядь, игра еще, конечно, нихуя не оптимизирована, это я вам серьезно говорю, блядь. Ну-ка, где там враги ебаные? Сейчас им всех отпизжу нахуй, блядь. Где они, суки? Здесь? Нет. Это пока такая разминочка. Естественно, остальные все карты с охуенной техникой, с кораблями, блядь, с поездом, блядь, даже. Только его нельзя управлять, блядь. Эй, ёбаный школьник, вали оттуда нахуй, блядь. Не слышь, не видишь, я записываю тут, блядь. Пидор лагерный, блядь. Так вот, что тут надо делать? Убивать всех нахуй, как всегда, блядь, но... Самое интересное, это вот эта аптечка, вы видали, блядь, да где ее? Ее хуй найдешь просто, вот кидаешь, блядь. Ну это реалистично зато, это не как ебаные ящики были, блядь. Теперь все очень, бля, охуенно, конечно, блядь, графика, как, блядь, максимально, я имею в виду, как в трансформерах, нахуй, это причем как фильм, блядь. Вот это еще прикольная хуйня, я, знаете, блядь, Как она пищит, блядь, ёбаный в рот. Надо выложить все металлические предметы, блядь. Обязательно, чтобы пройти детектор. А там, блядь, жопа. Ну-ка, ребята, полечитесь у меня. Но я бы сказал, что играть чуть легче стало. Я лично по своему примеру сужу. В первом раунде, блядь, заработал, ёбаный, полторы тысячи очков, блядь, заработал. Вообще охуеть просто. Когда я только зашел в третий Battlefield, блядь, вообще, может, 20, может, 100 очков на барабане зарабатывал, блядь. И все. Реально, а тут вот, может быть, FPS очень повысил я, потому что графику урезал. Да нет, ну-ка, кому там, блядь, гранату в жопу засунуть, блядь? Тебе засунуть, блядь? Ну-ка, иди сам, кто там, сучонок какой-то бегает, блядь? Вообще тут жара происходит. Главное, no rules, так что можно хуярить из всех стволов. Ну, где там, блядь, пучеглазые уроды, блядь? Кстати, за кого я играю-то? Так, где-то... А, USA я играю. Страна добавилась в Китай, блядь, кстати. Да заебал ты говорить-то, ёбаный в рот, блядь. Урод, блядь. Какого хуя включили там всем голосовое сопровождение? Нахуй оно нужно вообще? Так, что еще хотел сказать-то я, блядь? А, еще Китай, блядь, наши и американцы. Ну, естественно, самые сильные державы, блядь, совершенно объективно. Не африканцев же сюда добавлять, блядь. Хотя хрен знает, блин. А, в эту дырку надо стрелять, в эту щель. Вон там, блядь. Красные, блядь. Тепловизор. Кстати, на пушке очень сразу навешаны многие прибамбасы, причиндалы, то есть... Вообще, я гоняю его сейчас с одним этим автоматом Никонова. Или как, АК-12, что-то другой какой-то. Я помню, АН был. Ну, короче, с калашом гоняю, в ус вообще не дую. Просто выношу там, ну, насколько позволяет мой скилл игры, блядь, выносить все это. Все это нахуй, блядь. Ну, тут, конечно, вообще, я помню, вчера играл. Вообще просто вынесли... Просто, как вот, до базы, короче, на базе заперли, просто здесь заперти оказались. Реал жопа тут вообще, 64 игрока, ну, сейчас серверы вообще полные, все полные серверы, очень сложно найти сервера свободы для игры, чтоб, не знаю, нубов погонять и самим пизды получить, блядь. Поэтому, блин, ну, это только пока, но мне кажется, на Battlefield уже все хуй забили, потому что это... Уже новая версия все-таки, блин, чё?
что там, когда еще скидка, распродажи берут. Сейчас эта игра стоит 1200, блядь, и не знаю. Ну так, есть лишние деньги, хули не купить-то. Ну, это я не про себя говорю, я-то свои, блядь, деньги зарабатывал, блядь, в электричках, притворяясь глухим. Но у кого-то реально лишние деньги, блядь, есть, хули-то. Не купить, а сучонок! Ах ты, блядина! Взял с ножа, вырезал. И главное, очки специализации потерян. Ну, я так понял, основные очки сохраняются, а вот специализацию хуй ты прокачайся, если ты как набло ссаное будешь сливаться, блядь. Так что не сливайтесь тут, думайте. Хотя, что тут думать, тут, блядь, дикий раж, блядь, просто. О, нихуя, что тут делают снимки из моей поликлиники, блядь. Ну, графика охуенная, эффекты охуенно, блядь. Все, все лучше в виде. Я не знаю, это пока это максимум, на что развились игры. Ну я, конечно, я максимум не могу поставить, значит все просядет, будет блядское слайд-шоу. И, кстати, вот новая фишка, блядь, наконец-то из-за угла можно стрелять, ёбаный в рот. Наконец-то они додумались, блядь, ушел вот так вот. Опа, блядь, опа. Нихуя тут бочком, блядь. Ну что вы бегаете, ребята, блядь, покажите, где враги, блядь. Или кому тут надо эту? А, сухой паёк. Тебе надо сухой паёк? На тебе, блядь, сухой паёк. О, полечил его дедушка. Главное, враги, блядь, лезут вообще отовсюду просто. На респе. Очень много раз меня уничтожали на респе, блядь, и танки, и всё. Может, я не там ездил, конечно. Хуй его знает, ребята. Ну, в общем, легче играется, вот, может быть, это не очень хорошо, а может быть, это, блядь, заебись. Я лично показываю лучшие результаты, чем когда только Battlefield 3 включил, блядь. И все, ну все, захватывай, бах ты, сука! Он умер в прямом виде, и мой логотип увидел. Кстати, здесь можно рисовать логотип совершенно произвольно, ну не знаю. Это фаллические символы, по-моему, там нельзя рисовать, поэтому у меня логотип пока пустой. Так что, ну реально, иногда такие интересные логотипы появляются, бля, охуенно просто. Интересно, а эти все слышат, что я тут пизжу? Ну вроде, ну они это немецкий серый, хуй они что понимают, или они со словарем сидят там. Например, слово блять и слово хуй там ищут. В своих немецко-русских словарях, блядь. Ну да похуй. Погоняю сейчас до первой смерти, естественно, покажу это. Естественно, не вся игра, это, блядь, так, ну, можно сказать, убогая карта такая. Ну, блядь, ну, полезны такие карты, чтобы раскачаться как-нибудь охуенно. Врач тебе нужен? Ну, сейчас мы тебя поврачуем, на. Вот, смотри, все схавал, блядь, даже не подавился. Раньше ящиками можно было всех кормить, весь отряд ебаный, а тут... Да все, все, он сдох. И патронов нет, вот реально, очень часто такая ситуация, Саша, у меня нет патронов. Блять, хуй знает, на родину меня несет, не хочу больше воевать. А можно взять оружие-то их? А, можно. Ну... Нихуя вот это, что это за япон, за китайский агрегат такой. А, бля, у меня же дефибриллятор появился. Ну-ка, воскресни. Ну и когда так не делать, если рядом враг, блядь. Иначе, блядь, рядом ляжете трупиком. Ну ладно, с этой карты все понятно. Короче, блядь, следующая карта. А эта карта осада Шанхая, ебаный в рот. И именно на этой карте, по-моему, ебашут небоскреб. Ну, наверное, его уже разъебашили, судя по очкам, блядь, и это. Надеюсь, больше никакие немецкие школьники не прорвутся в эфир, чтобы передать привет своей маме. Поэтому, ну, я еще отключил там, оказывается, у меня микрофон в игре был включен бы. Наверное, слышали, блядь, ну, как я сказал, искали в своих словарях русский мат. Тут же танк, блядь, хочет пизды всем надавать. Ну-ка, опа, пук. 5 очков на барабане получил я. Еще в жопу ему. Блять. Так, нихера мне. Надо сухой паёк. О.
И вот как всегда, сучонок какой-нибудь сзади подбежит, блядь, и отхуячит, блядь. Вот я и пиздец просто. И надо танк сзади подкрадывается. Так, куда можно сесть? Вот на эту хуйню можно сесть. Ну-ка, давай, вперед. Ну, это небоскреб может сесть. Как Чарли. Да вообще вот бесит уже вот эти вот названия, блядь. Пилот немножко пьян был. Бесит уже меня название Чарли, блядь, Браво, Альфа. Да какая нахуй вообще разница? Тысячу раз скажут об этом, блядь. Не очень это, конечно. Хорошо. Мне пока вот это вот что не нравится. Ну и легче стало играть. Ну, конечно, смотри, что тут меня, блин, два раза сейчас вынесли. Это так они просто подкрались незаметно. Не хотят вести по-честному бой. Ну, на этой карте 64 игрока, ну сейчас 60, вообще не чувствуется. Огромная карта. Огромная вообще местность просто тут. Да, конечно, графика чуть хуже вышла, ну, на моем компьютере, чем Battlefield 3. Ну да, движок новый, конечно, блин. Так что имеет смысл кого. Да ёб нахер! Ты сучонок, блядь! Абрамс, блядь. Сейчас я возьму, блядь, там есть одна хуёвина, где инженер-то. О, сразу вот такая пушка, причем это очень мощная. Не знаю, русским, наверное, опять РПГ оставили, блин. Ну, сейчас узнаю, где этот танк ебливый. Реально, вот тут не так громко сражение происходит. Ну, видимо, небоскреб уже уничтожили, вот он, короче. Я никак не успеваю, то надо вот завершать раунд и заново начинать играть. Да браво, да вообще, блин, покер. А, здесь еще есть командиры. О, нихера ты ящик высрал какой, ну ща возьмем, блин. Командиры, они там что-то приказывают, где-то витают в воздухе. Что-то командуют, какие-то удары. Но я пока ничего этого не видел. Ну-ка, возьмем турель. Блять, это не турель оказалось. Это кортик, что ли? Вообще-то, здесь, где место действия в Китае, все происходит. Компанию вообще не приходил, как и у третьей части, так что похуй. Китай, Россия и США. Ну, могут на карте любые две быть нации. Но особенно прикольно, конечно, вот в помещение забежать, так, в мелкие переулки, блядь, да тут столько всего тут. Еще тактика не так разведана, то есть пока легко играть, блядь, тут танк ебашит. Надо его наказать, короче. Вот он. Опа! Бежать, блядь. Не успел. Всех наказывает, блядь, вообще. Говнюк. Так. Можно, конечно, респаться прям вместе с отрядом, но, блин. Как-то это сыкотно, когда особенно отряд утюжит. Респаска я с вертолета. И куда? Вот не люблю, вот по бокам вот смотрим, блин. Куда стрелять? Куда, блядь? Туда стрелять? Туда стрелять? Некуда стрелять, блядь. И вот уже... А, меня парашют. Сейчас мы сыграем как в кино. Ну-ка, сейчас через стекло прям. Давай. И сейчас прям между ног эта палка, блин, встанет, блин. Ну все, ему можно уже войну заканчивать прям на это. Да кто там? Ах, да... Вертолет подкрался незаметно, ребята. Вот, видите, кстати, вон логотипы у всех разные. На какую только хуйню не нарисует, блядь. Я, естественно, вообще нахер не буду такой херней страдать. Ну, зачем это, блин? Чё это дает вообще? Какие преимущества в игре от этого? Да никаких. Последний отряд, боец в отряд. Если уничтожишь отряд, блядь, очки какие-то сбросятся. Ну, короче, я, блядь, не знаю, очень... Не могу вот на открытых картах играть, блядь, чё там...
что-то карта не это, не идет. Ну ладно, суть вы поняли, давайте следующую карту. А тут у нас такая водная карта. И прямо скажем, транспорта водного дофига. Даже больше, чуть больше, чем во всех дополнениях третьего Battlefield'а, плюс еще несколько машин. Но подлагивает, конечно, некоторые сервера, игра, конечно, не отлажена. Как говорили, что Battlefield полгода отлаживали. И это хрен его знает, сколько будет. Например, сейчас он, где вот звуки от стреляющего вертолета, вон, от машины? Лагает, зараза, это не у меня даже лагает, у меня вот графика реально средняя. Тут без всяких фильтров синих теперь. Так, чё, ну, как всегда, достанем пулемет из штанин и... Иди сюда. Иди сюда. Блин, ну что ты будешь делать? Какие-то беспилотники еще летают, это, наверное, командир там что-то пытается. Не знаю, и мне как-то командиром не очень хочется быть. Как-то, блин... подводить команду, лучше быть я лучше буду здесь рядовым таким солдатом, рашером, который тут просто, блин, борется, погибает и снова борется. Нужно ли покупать сейчас эту игру? Ну, это очень спорно. Ну, в смысле, не диск с игрой сейчас спорно выходит, а спорный вопрос. Потому что забаговано очень много всего. Не оптимизировано. Убивает часто тоже. Поэтому и стоит 1200 рублей. Думаю, что к Новому году, новогодней там распродажи, я думаю, будет подешевле. Тогда имеет смысл брать, потому что Battlefield 3, мне кажется, будут все забивать потихоньку. И сейчас что, на Bad Company, наверное, забили, я так думаю, хрен его знает. Не играл в него как-то, но... Третий, к сожалению, будут забивать, и не очень радует то, что всего жизненный цикл игры 2 года был. Погромче сделаем. 2 года был жизненный цикл, и уже это, ну как-то... Это ж не Call of Duty все-таки, ребят. Все-таки Battlefield 2, вот он когда, он в 2005 году вышел, потом, ну... 2142, потом еще что-то Bad Company. Ну, как-то не знаю. Сразу 4 выпускать, выпустили бы Bad Company 3. А так. Ну что ж, это их, собственно, право. Игра все равно продастся, будет офигенным хитом. Они просто еще хотят на это. Блять, что там за пулемет ебаный какой-то? Ну, где нормальный пулемет? Заняли уже. Вот нормальный пулемет. А хотят, типа, киберспорт там, блин, заниматься. Вовлечь игроков. Не только же по контруше все играть. Ну-ка, вертолету сейчас как следует навалять, блядь. Как-то тихо тоже игра. Блядь, да сейчас мне наваляет, блядь, ребята. Ну-ка. Ну-ка, лежать. Лежать и чинить. Хоть как-то очки зарабатывают. Так, а теперь сидеть. Сидеть и пулеметом вертеть. И... Где ты? Где? Во! Ну-ка. На-на-на-на-на-на. Все, он катапультировался, короче. Он все. Какие-то еще припасы кидает. Что-то где... Что-то мне это напоминает, честное слово. Не помню то, где припасы кидали. Так. Ну где, где, где? Не вижу ни хера. А ехать боюсь. Или не могу же ехать. Вот, припасы какие-то. А там причем просто сменные стволы. Но я так понял, что в интерфейсе теперь стволы нельзя менять. Теперь только так, видимо. Блин, с упреждением надо кидать, все забываю. А что это уже там исчез? Ну-ка. Да кто там опять ковыряет мои бока? Танк ковыряет, зараза.
Ну, надо драться до конца, потому что если вы бросите эту машину на поле боя, то она не респится потом. Лучше сидеть до конца и помирать вместе с машиной. Умираю, но не сдаюсь, блин. Ну чё, можно куда-нибудь в интересное место респиться. Вон, например, там жара происходит. Ну, не такая жара, как вот на этой... Как на этой, в заперти, блин. Вот там действительно заперли, блин, и мудохают друг друга. Да что-то тут это... Стреляй, давай я тебя подсоблю. Да чё ты бросил-то, дебил? А, не поехал. Ну так пулемет надо брать же. Пулемет, блядь. Вот этот пулемет и все, и в атаку. Вон, по самолету, пли. Пли. Не понял, это что такое? Это что это там в воздухе материализуется какая? Черная дыра материализуется, короче. Ну-ка, по-моему, можно сбивать таким макаром. Да, во как. Ах ты свой. Вот опять все подкрались незаметно. Ну, вообще жопа. В принципе, это не очень огорчает поражение. Вот есть еще карта завод, она тоже маленькая, и там тоже можно, конечно. Люлей надавать. Так, респимся в самое пекло. И тут уже. Блин, надо, короче, ныряй, сука. Ныряй, блядина. А нырять-то тут нельзя, ребята, поэтому осталось только сдохнуть на воде, блядь. Вот такие пироги. Нет, что-то у меня карта как-то не очень. Давайте еще одну карту, если сейчас зайду, и все, можно, в принципе, уже. Я думаю, всем ясно, что значит такое Battlefield 4. И вот карта завод. Относительно небольшая. И наконец-то я попал, блядь, на режим штурм. Это, блядь, было очень сложно. Сейчас очень мало кто штурм что-то играет на BF4. Но, тем не менее, завод какой-то российский, наверное. Потому что там написано что-то по-русски, что-то типа «добро пожаловать» или что-то еще. Ну, я не знаю, там танки на заводе. Старые какие-то, по-моему, Т-55, там Т-62. Т-64, вот реально, кто думает, что там, кто-то еще думает, что мы это такие танки производим. Наверное, просто консервация они находятся, не знаю. Ну, какая разница, все равно интересное место. И тут уже, блядь, патрон всадили прям, блядь, в шлем. Надо подлечиться сухим пайком. Причем жраю его весь, что самое интересное. То есть теперь вы хер будете всю команду кормить из одного ящика. Все, ребят, так больше не получится. Еще принять спасение. Ну, конечно, принять. Конечно, вот это. Конечно, чё конечно? Конечно, надо ебашить их всех нахер. Из этого гранатомета и лезть в одну дырку. Ну, смотрите, народу сколько. Я вот BF3 не видел на такой ограниченной площади столько народа, блядь. И опять дают пизды мне. А, вспомнил, здесь не видно уровня игрока вообще вот. Ну, сами пустые жетоны там. Это вот только если сюда посмотреть какой-то максимальный. 12 уровень уже какой-то задрот прокачался. Ну, вообще. Хотя это не так сложно, если, блядь, красиво играть. Блин, не опять не там респился, блин. Ну, карты как-то тихие, но в Battlefield 3 затишье обычно тоже бывает, поскольку мало стволов, там все рассредоточены по карте. Хули, тишину-то не соблюдать. Давай, чё, бежать к точке. Чё тут все на карте видны, игроки? На, аптечку. А, у меня уже этот. Еще вот этот. Точка эта красная включается постоянно, блин. Она вот уже меня выдала, блядь. Выдала меня, сука. Т-64, по-моему, база. Танка. Вот реально забываю выключать и все. Зачем меня включать сразу? Я в душе не ебу. Он без башни, черт. Наверное, ну не консервация, а это, блин.
захоронение, блядь. Стоп. И у меня же дефибриллятор был же, а? Не понял, ребят, что такое? Спиздили его, что ли, меня? Я точно помню был. А чё это 16 на 16? А, нет, там же вниз прокручивается. Я тоже, блядь, раньше это... Проиграли. Уже проиграли, да похуй вообще, блин. Ну, музыкальная тема в конце какая-то жиденькая, я бы сказал. Ну что, какие у меня очки на барабане? Оп. Плюсик. Аптечка. И все. О, 600... Не, где я? О, я 160 очков заработал, а то ни разу не сдох. Ну, может, поэтому Штурм не любит, потому что он очень скоротечный. Ну, расти и расти мне еще. Так что, суть тут понятна. Если что, будет время, еще запишу, потому что эта игра интересная, достойная внимания. Так что, ну, смело переходите из третьего на четвертый или оставайтесь в третьем. Разница, ну, есть разница, но незначительно. Подождите пока лучше, когда цена на игру меньше станет, и тогда уже покупайте. Все, пока.